Всем добрый день. Хочу показать маленькое чудо. У меня зацвел в таком маленьком объеме, зацвел гибискус сирийский древовидный. Вот он. Такой большой крупный цветок. Даже его не держит этот кустик. Такой малыш. Тяжело ему. Сорт Маджента Шифон. Вот он, такой махровый красотун. И сколько еще вот бутончиков на нем, на этом кустике. Сейчас я его в руки возьму, поближе покажу вам. Вот он такой вот маленький красавец. У меня 6 сортов гибискуса сирийских древовидных. Это саженцы из Европы. Им уже как минимум 2 года по стволику, судя. И они все на бутоне. Вот они все будут зацветать. Сейчас покажу. Здесь у меня уже French Cabaret Red. Тоже уже на бутоне. Будет ярко-красный цветок у него. Видно? Вроде как видно. Тоже такой же будет крупный цветок. Ярко-красный. Вот этот уже один у меня в наличии остался. Белых много. Вот они белые. White Chiffon тоже махровые белые. Еще есть French Cabaret Pastel. Немного кремовый такой цветочек. И серединка красная. Тоже очень красивый. Парочка штук осталось. Pink Chiffon. Розовый, серединка красная. Очень красивые. И вот 6 штучек буквально Magenta Chiffon осталось. Гибискусы. Разбирают. Вот, что осталось, показываю. Это многолетнее растение. У нас зимует. У меня на улице перед домом уже 5 лет зимует в грунте. В открытом кустик уже где-то 1,5 метра высотой. Цветут с июля по морозы по самые, непрерывно. Огромное количество бутонов по стволу. Такие вот будут махровые цветы. Красивейшие, я считаю. Растение просто чудесное. Всем, кто хочет приобрести, оставляю WhatsApp под видео. Пишите и отправлю. Почта СДКам отправляю. Такую вот красоту. Пользуюсь моментом, покажу свои олеандры. Бедные находились в помещении до этого времени. Только выставила недавно. Вот один будет цвести розовый. И вот один белый уже отцвел. Розовые и белые олеандры. Розовые есть укорененные черенки, подрущенные уже. Белый надо почеренковать. Ну, а герой дня все же этот красавец. Порадовал хозяйку своей красотой. Красивейший. Махровое чудо. На этом заканчиваю свое видео. Всем всего доброго. До свидания.